Win the Package 2021 в Канвандо. Это место успокаивает нас одним только своим видом. Вау, пол с галькой. Выглядит приятно. Похоже на место, которое успокаивает душу. Это было снято в соответствии с профилактическими рекомендациями. Мы не особо гибкие. Ну, в какой-то степени. Немного. Здравствуйте. У нас нет способностей к занятиям йогой. Тут просто группа людей, у которых мало опыта в занятиях йогой. Это такая растяжка для меня. Для начала вращаем запястьями. О, это больно. Уже? Мы еще ничего не делали. Мне больно. Почему здесь болит? Если тебе больно, иди в больницу. Теперь в другую сторону. Возьмитесь за большой палец руки и продолжаем. О, Джин. О, Джей-Хоп. Это так приятно. Давайте разомнем все 6 суставов. Локти. Сомкните свои руки вместе напротив груди и сделайте вращение. Вот так. А мы можем вместо этого просто поболтать? Да ладно. Правую ногу вперед. Если вы сможете сделать 10 вращений ногой и не коснуться пола, тогда ваши ноги в отличной форме. Давайте делать это одновременно. Окей, подождите. 1, 2. Вращаем медленно. Даже один раз тяжело. У меня болят тазобедренные суставы. 4. Ох, если мы потеряем равновесие. Если чувствуете, что теряете равновесие, заканчивайте упражнение. Пока. Было весело. Мне нужно сосредоточиться, но Джин меня смешит. 10. Это мой собственный способ растяжки. Если вы используете еще и руки, то станьте еще более ловкими. Поворачивайте руку и ногу в противоположные стороны. Вот так? Как-то это все запутано. Я в конечном итоге передвигаю их вместе. Да, я вот так делаю. Мемберы теряют счет времени и наслаждаются йогой. Тяжело. Думаю, я так разогреваюсь перед танцами. Хорошая работа. Подожди, не сдавайся. Я думаю, мне надо переодеться. Я тоже. Это жарче, чем я думал. Класс в полном составе. Ваши колени скрипят? Да. Они скрипят? Да. У всех четверых? Пискляво? Как будто что-то движется. Да, правильно. Это нормально. О, вы заставили нас волноваться. 1, 2, 3. Сделайте паузу и почувствуйте это. Джин, Джей-Хоуп, ты чувствуешь, как течет кровь? Да. Давайте сядем. Мы сейчас медитируем? Да, медитация. Что это был за звук? Прошло уже 30 минут. Извините, но можем ли мы доплатить? Сгибайтесь как можно сильнее. Двигайтесь влево и вправо. Лицом вперед. Неожиданно. Вы перемещаете свое сознание, сосредотачиваясь на своих чувствах. Вы все это чувствуете? Честно говоря, ноги затекли. Это было идеально до макушки. И вдруг ноги онемели. Садятся поудобнее и пробуют еще раз. О, так приятно. Ты как моя мама в этой позе. Вы упомянули медитацию, верно? Да. Основы медитации значит знать что? Что это будет нелегко, если мы будем осознавать дыхание. Это верно. Осознание того, что это начало медитации. Давайте наконец ляжем. Не пора ли? Это приятно и тепло. Пожалуйста, посчитайте, сколько раз вы дышите. Медитируют минуту, не спят. Это один? Да. Я вздохнул 23 раза. О, это много. 21 раз. 21 раз. Я заснул и не слышал тебя. Вы куда-то уходили? Я вздохнул 13 раз. 13 раз? Да, так мало. А ты меньше дышишь? Я глубоко дышал. 15. Хорошо, я не могу проиграть. Мы дышим 21 600 раз в день. А если я исчерпаю все вдохи, тогда я умру? Так что меньше дышать лучше? Хорошо, с сегодняшнего дня больше не дышим.
Думаю, я бы дышал быстрее, если бы у меня был стресс. Да, мы дышим более 60 раз в минуту, если злимся. Давайте работать над хорошими привычками и хорошим дыханием. Спасибо. Как я уже говорил, это основа для темного пива. Похоже на слизь. Хорошо перемешайте, чтобы оно хорошо перемешалось. У тебя это хорошо получается. Я знаю принцип. Попробуйте понюхать. Запах совершенно другой. Это действительно так. Он пахнет кукурузой, как кукурузный шелковый чай. Жареная кукуруза. А вот этот. Пахнет, как будто он сгорел. Этот тоже очень вкусный. Дай мне понюхать. И его подобие. Оно и есть, верно? Отличная работа. Вы хорошо перемешали, чтобы он хорошо смешался с пеной. Большое усилие. Я думаю, что это выйдет здорово. Я сделаю лучшее пиво. Это все, что нам нужно было сделать? Да, да. Это дрожжи. Вы только что их положили туда. Добавьте вот это и готово. Спасибо, спасибо. Было бы утомительно, если бы мы делали больше пива. Стоп. Намасте, спасибо. Это было очень поучительно. Обе команды завершили свою деятельность. Мы сегодня много снимали на природе, да? Верно. Мы все сгорбились. Наши тела были напряжены. Но мы должны были расслабиться и чувствовать себя комфортно благодаря этому. Давайте не будем дышать быстро и жить долго. И я сделал 13 вдохов. С этого момента я не дышу. Я могу дышать только раз в минуту. Действительно хорошо. Я толком не знала о домашнем пиве, но оно такое хорошее. Думаю, я уже думал о том, есть ли способ, благодаря которому я могу пить хорошее пиво дома. И поэтому было весело получить этот отличный опыт здесь во время съемок. Я не думаю, что буду покупать пиво в круглосуточных магазинах. Я думаю, другим участникам тоже понравилось бы, если бы они сюда пришли. Поэтому я хочу передать это нашим участникам. Время ужина. Время ужина после долгой активности. Ужин для команды зиплайна и йоги. Ух, как вкусно! Кому-то смешно. Зиплайн был таким быстрым, закат был так хорош. Вид был потрясающим. Да, я не мог открыть глаза. Я хотел увидеть закат. У меня словно слезы навернулись. У меня были слезы, и я не мог дышать. Но было весело. Ты будешь жить долго. И все же это приятно. Приятно быть здесь с вами, ребята. Счастливый медвежонок, Ви. Посмотри, как они пристегнулись. Все четверо прыгнули. Такой милый. Они все ушли одновременно. Йога? Йога была? Я хотел заняться йогой, но я здесь. Но приехать сюда было лучшим решением, верно? Это было весело. Это было действительно круто. Пивоварни всегда такие милые и веселые. Ребята едят пиццу. Не могли бы вы мне помочь с этим сыром? Дневник BTS. День второй. Я изображаю зелень природы. И дно реки. Счастливого пути. Обожаемый. Вы знаете, что такое начало дневника? Сегодня? Правильно. Расслабление с помощью йоги, моего тела и мыслей, которые напряглись из-за зиплайна. Я не знаю, кто это спланировал, но большое вам спасибо. Хотите снова посетить горнолыжный курорт после окончания карантина? Что я сегодня хорошо сделал, так это выбрал йогу вместо пива. Вот это похвально. Я сделал снимок, чтобы рисовать здесь. Выглядит идеально, правда? Разве это не просто деревянные столешницы? Что ты говоришь? Чунгук, что ты сегодня хорошо сделал? Я защищал Чунгука. Название. Этот вкус поддерживает во мне жизнь? Хорошо, мне это нравится. Держи меня. Вперед, держи меня. Вперед, держи меня. Ты ведь можешь встать сам, правда? Тете.
выполнено. Было очень холодно, но мы не часто видим снег. Я чувствовал себя действительно хорошо. Я нарисовал пивоварню. В прошлом году я делал такджу. И в этом году я сделал пиво. Эта пивоварня была чем-то новым. Сходите и попробуйте сделать пиво на пивоварне в Канванду. Я вспомнил две вещи. Горнолыжный спуск и зиплайн. Я пытался изобразить закат, но это было трудно. То, что я хорошо сегодня сделал, это то, что я наслаждался днем. Всем очень важно получать удовольствие от своего дня. Надеюсь, вы начнете и закончите свой день счастливо и позитивно. Второй день. Селфи-камера. Привет, это Джин. Сегодня второй день съемок. Я только что умылся после окончания съемок. Что я сегодня делал? Сегодня я катался на зиплайне. Когда я ехал вниз, сначала я был так напуган, что это было похоже на катание на американских горках, где ваше тело идет первым, а ваше сердце следует за ним. Мне было страшно, но как только я продолжил кататься на нем, мое сердце и тело слились воедино. Так что это было не так уж и страшно, как я думал. И йога тоже. Я думал, что мое тело простое и обычное, но после йоги мое тело стало более мягким и гибким. Это было хорошо. Было достаточно физических упражнений, чтобы я подумал, что было бы неплохо разогреться за 1-2 часа до концертов с йогой. Вообще-то я попросил сашими на ночь перекусить, так что я сейчас пойду и съем их. Дорогие арми, наблюдающие за этим прямо сейчас, наслаждайтесь ужином. Сегодня второй день съемок Winter Package. Я вернулся в свою комнату после того, как закончил сегодняшнюю съемку. Я принял душ. И теперь у меня легкий перекус и просмотр фильма. Мы приехали в отель. Мы сделали хорошие фотографии сегодня на лыжном курорте. Вместе с мемберами мы катались на зиплайне. Сначала мне было страшно, но в общем было весело. Также я выучил новые позы и техники дыхания на уроках по занятиям йогой. Инструктор сказал, что я очень часто дышу, поэтому я подумал, что нужно дышать медленнее. Потому что я хочу долго жить. Сейчас я собираюсь продолжить просмотр фильма. Посмотреть фильм, увидеть хороший сон, проснуться в хорошем настроении и съесть яблочко. Да, скушать яблочко и начать работать. Вы будете смотреть это в 2021, да? С Новым годом! Я надеюсь, скоро придет тот день, когда все будут здоровыми и счастливыми. Спокойной ночи! Мне нужно принять душ. Я бы хотел, чтобы изобрели такое устройство, которое бы само меня помыло. Мы снимались и работали без шуги 2 месяца. Я думаю, что пустота во время отсутствия шуги была такой большой, как для нас, так и для него. Я думаю, из-за этого вчера мемберы выглядели счастливее, чем обычно. Сегодня мы ходили в пивоварню, и я разговаривал с Шугой, пока мы пили пиво. И Шуга выглядел очень счастливым. Мне кажется, он старался работать больше, чем мог, потому что ему было весело. Я думаю, мы всегда должны быть все вместе. Я выпил немного пива, но думаю, я пьяненький. Было так весело. Я собираюсь принять душ и пойти спать. Я так устал. Пока-пока. Глаза широко открыты. Привет, это Чунгук. Сегодня второй день. О, мои волосы. Сегодня второй день, да. Я вернулся после того, как хорошо закончил нашу съемку. Сейчас я почищу зубы, умоюсь и лягу спать.
Кажется, он наслаждается чисткой зубов. Подождите. Камера Чунгука отключилась. Winter Package 2021 в Канвандо. Трое мемберов очень усердно работают под холодным ветром. Индивидуальная фотосессия Ви. Иди, иди сюда, скорее! Они не реагируют. Ви фотографируется на фоне овец. Я чувствую, что сегодня минус 5, а может быть и минус 7, что-то между этим. Я могу сделать как человек из Титаника, на Титанике. Поскольку ветер обнимает меня, я ничего не боюсь. Почувствуй ветер. Что ты делаешь? Иди сюда. Там что-то шевелится? Пока нет. Ветер здесь не дует. Он блокирует ветер, потому что ветер сильный. Я здесь прячусь. Было бы не так холодно, если бы не было ветра. Один недостаток в том, что он пахнет какашками. Сфокусирован на работе. Шуга следующий. Концепция – это свободный дух. С ветром в лицо я действительно чувствую свободу. Это мой первый раз, когда я вижу такой большой ветроэнергетический генератор. Здесь так много генераторов, и я чувствую, что он будет генерировать все электричество Кореи. Они вращаются так быстро. Я никогда не видел, чтобы они вращались так быстро. Отсюда они получают все электричество Канвандо. Удивительно. Мои уши замерзли. Где мой ангел? Ты в порядке? Да. Так ветрено. Мемберы прячутся от ветра друг за другом. Какой ветер! Ветер немного утих, и группа начинает фотосессию на прекрасном поле. Им не так холодно, потому что они вместе. Следующее место – теплая горная хижина. Первый юнит – Шуга, Чимин и Ви. Трио. Это как домик в горах. Это было весело, потому что мне казалось, что я здесь в отпуске. Ранчо был таким красивым, правда? Там было холодно, хотя это было очень мило. 1, 2, 3. Снимаю. Смотрите сюда. 1, 2, 3. Окей, готово. Одеяло такое классное. Оно сделано из пуха. Вы хотите такое? Ты не можешь. Тебе нужно его выбросить. Просто используй его несколько раз и выброси. Джей-Хоп, ну давай же. Я только почистил свои зубы. Джей-Хоп. Окей, Джин. У меня и так полный рот. А, мандарин горький. По-настоящему. Будь осторожнее. Это потому, что мы уже почистили зубы. Окей. Окей, сделано. Отличная работа. Итак, наш юнит, как оно было?
А две зоны? Три зоны? Единственный, кто приближается к трем. Нет, у нас есть Чунгук. Нет, Чунгуку 25. Да, 25. Мне нравится, что мы сделали наши единичные фотографии в этом маленьком и уютном чердаке. Временами я думаю, что здесь могу хорошо выспаться. Я очень горжусь тем, что сегодня сделал. Я тоже доволен. Тебе ведь снятся такие места, верно? Я чувствую, что сегодня мне удалось осуществить эту мечту. Так что я доволен. Джин, отлично. Время для групповой фотосессии. Все, съемки Winter Package закончены. Отличная работа. Молодцы, все молодцы. Будет 2021 год, когда это выйдет. Надеюсь, мы скоро встретимся с ARMY. Как еще лучшие BTS в 2021 году. Давайте я скажу 2021, и вы что-то крикните. То, что пожелает. 1, 2, 3. 2021. Будьте счастливы. Fighting. Будьте счастливы.